Как сообщает FightNews.com, 6 мая в Далласе, штат Техас, на стадионе AT&T Stadium вместимостью 80 тысяч болельщиков чемпион WBO в первом среднем весе Сауль Альварес может провести защиту титула против пятого номера в рейтинге WBO Каната Ислама. По сообщениям, это один из вариантов Канело на эту дату. В последнее время много говорилось о том, что Альварес заберется в договорной вес до 165 фунтов и 6 мая встретится с Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Ходят даже слухи о том, что переговоры по этому бою протекает весьма успешно. Также у Альвареса есть еще один запасной вариант на майский бой. Это чемпион WBO в среднем весе Билли Джо Сандерс, обязательным претендентом на пояс которого недавно стал Сауль.